Вот смотрите, сегодня сделала неполезное блюдо. Я сделала сегодня чебуреки. Первый раз, ну не первый раз, а первый раз вот здесь вот. То есть, наверное, делала первый год, когда жила во Франции, чебуреки. А сегодня я снова решила сделать, попробовать, потому что Жан-Люк ни разу их не ел. Видите, какие получились. Не знаю, поджаристые, наверное, слишком. Французы не умеют. Ты баку? Он говорит ни разу. Не ел. La santé, comment ça s'appelle? Чебуреки. Чебуреки. Слышали, как он говорит? Ну, конкур. Дир анкур манур. Ком сапэ? Чебуреки. Чебуреки. Как смешно. Чебуреки. Чебуреки я сделала. Не знаю, что у меня получилось. Какие-то толстоватенькие они такие. Потому что тесто не пресное, а немножко было... Видите, какие они? Вроде ничего. Вроде бы, ну не знаю, вкусно и невкусно, это так я. Как у меня Жан-Люк будет есть чебуреки, не знаю. Сниму потом, сниму, покажу потом, как он будет их есть. Вот смотрите, как Жан-Люк ест чебуреки, он с кетчупом налил и говорит, это бон. Говорит, мясо не приготовилось, мясо прожарилось. Знаю точно, это вот так ему нравится. Вот так французы едят. Мой француз ест чебуреки. Бон. Фото, фото, а потом мы увидим. Ой.